Так, чем вы живете? Чем живу? Paper Street Films и Celluloid Dreams представляют. От продюсера фильма «Повелитель бури» и режиссера фильма «Американская история X». Доброе утро, меня зовут мистер Бартс. Я заменяю вашего учителя. Для учеников он загадка. Не надоедает все время приезжать. Такая уж у меня работа, Таня. Вы не задумывались, какими были ваши учителя в реальной жизни? Ты злишься на весь мир. Я был точно таким же. Еще один спасенный ученик. Для коллег он чужак. Почему вы себя хороните? Вы совсем меня не знаете. И что с ним стало? Он пленник своего прошлого. А вы за мной следите? Да нет. Знаете, у вас по жизни куда больше проблем, чем у меня. Уже поздно. Тебе пора домой. Завтра в школу. Но между ними... это время. Пока можешь остаться, но потом все равно придется уйти. Возникла привязанность. У меня нет никого, кроме вас. Я не могу заменить тебе семью. Я люблю вас, Генри. Фильм – лауреат фестивалей в Токио и Вустоке. Участник программы фестивалей в Гамбурге и Сан-Паулу. Я восхищаюсь учителями. Вашим трудом, вашими принципами. Учителя – это настоящие герои. Броуди сыграл свою лучшую роль со времен пианиста. Заткнись! Обладатели Оскара Эдриан Броуди и Марша Гей Харден. Кристина Хендрикс. В жизни важно иметь опору. Кого-то, кто может помочь. А также Люси Лью, Блайт Даннер. И Джеймс Ганн. Хуже всего в этой работе, что ни от кого спасибо не услышишь. Я говорю вам спасибо. Фильм режиссера Тони Кэя. Некоторые из нас думают, что могут сделать мир лучше. Учитель на замену.